Алислер, Алислер! Во-первых, хочу поздравить нашего победителя, бойца Эркей Була. Bu inson Qozog'istonda blogerlik va aktyorlik bilan san'atga aloqasi bor inson. Hamma ham san'atda o'zidan chiqib, aynan mana shu xavfli jang sahnasini ichida turish hammaga ham emas, tan olish kerak, gap yo'q, molodets. Shu chempionimizga, o'zini bugungi mana g'olibimizga bitta qarsak kelar, ayamaysizlar mehmonimizga. Уважаемые основатели этого октагона и ЮВА, спасибо большое, что мы так вместе, дружба народов, вы как бы всегда поставите как бы, в первую очередь. И это хорошо, когда соседние страны с нами вместе вот так вот бок о бок сражаемся, и получается иногда против них. Давай так сделаем, давай много не будем говорить, а то наш народ много не любит слушать, а любит смотреть. Если ты не против, вот я тоже как актер, я хочу бросить вызов тебе. Если ты согласен. Более того, что наказы? Если хочешь, его здесь лицом к лицу, может быть, сейчас устроим, если ты не против, конечно. Али, брат, у меня 3:30 самолет, я улетаю, я не успею с тобой подраться. Я сейчас тебе сделаю вызов. Посмотрим на камеру, мы же актеры. Кто красивее, первый батл, второй батл будет, кто сильнее, это попозже, хорошо? Брат, я сделал вызов тебе, ты должен принять. Брат, я на этот вопрос не отвечаю, потому что у меня страха нет ни перед кем, кроме Всевышнего. Поэтому мой ответ в любом случае будет да, брат. Спасибо за принятие моего вызова. Последние слова, конечно, брат, я очень зауважал тебя. Конечно, мы никого не боимся, только Всевышнего. И давайте вызов, если примет, будет на следующем. Лидер. Итак, дорогие дамы и господа, face to face. Битва взглядов. Никохнар Тохначула. Перед боем, который возможно